Армысыз қадірмен дәлеумет, қымбатты футбол жанкерлері. Қазпорт арнасының тікелей эфирінде ел чемпионаты. Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионатының 10-шы турының аясындағы тамаша ойын. Бүгін батыстың дербиі. Ақтаулық Каспи өз алаңында Ақтөбені қабылдайды. Евгений Чеховскийдің ысқырығы шалында. Матч басталды. Батыстың дербиі. Ақтаулық Каспи және Ақтөбе. Намысын қорғайды, тағы да оң қапталға. Самородовқа бас, Самародов әдемі бас және соққы. Ойдағыдай шықпай қалды. Өкінішті. Қарсыласының қыспақ қалып, бар күшін шабуылға жұмсап жатқан жағдайында бірден алға қарай тиіп жіберу өте үлкен маңызға ие. Қазір Ақтөбе шабуылда тағы бір соққы. Кезекті рет. Никель тағы да бір ұмтылыс. Бұл жолы оң қанатқа пас. Айып алаңына өлете доп асырылды. Соққы. Міне ұмтылыс. Пас направо. Самородов пойдет. Да, конечно. Развернул разочек Тайгенов. И во второй подаче на гол ведь, друзья. Ах, как здесь. Навряд ли бы тут выручил вратарь Каспи. Смотрите. Да, вот здесь еще Асбаев уже готовился. Выпрыгнул перчатками. Перчатки выставил перед собой, но отличный перехват последовал. Каспи можно направо сыграть, и нужно было это сделать, но только передача получилась очень слабой в исполнении Адиля Аслана. А вот Арменов уже готов был пробить. Кириенко на ход скинул, ну же, Дзишвили должен посмотреть и понять, где там партнер. В излюбленной манере пробросил мяч, сыграл в центр, ударе, перекладина! Спасает Ақтөбе! Покатилов тоже 5 встреч в активе, но на старте Покатилов все эти матчи провел, а так после паузы появился в игре с Таразом и откровенно сплоховал. Пропустил от Жумабека в ближний угол. Но тут бы и Стаменкович. Ардзишвили много свободы здесь на фланге, поэтому он еще проходит дальше. Это прострел. Но прямо в руки Стаменковича. Сейчас, возможно, придется вступить в игру. Четверо в стенке. Готовится именно к прямому удару. А Асбаев занимает место в углу, бьет Ерланов! Хорошо! Небольшой ляп пустил в первом тайме. И опять же, этим ляпом мог Ақтөбе воспользоваться, если бы ровно такую же ошибку не допустил еще и игрок нападения. Красно-белый. Сейчас будет угловой. Ну и уже в район 11-метровой отметки. 1-0! Каспи открывает счет в этой встрече. Павел Барановский отличается. Біз бейне қайталауды тамашалаймыз. Тутпиштің асырған басы. Және қараңыздаршы. Екі бірдей ойыншы. Я, мұнда қазір соңғы сәтте. Қараңыздаршы. Қалай қыспақ қалуда Каспи ойыншылары өз қарсыластарын және допты тартып алды. Рати. Рати қарсыластың айып алаңында және пас азырат мүмкіндікте бар. Соққы! Гол! Тамаша! Есебек Денель! Там еще раньше от борда, по-моему, последовал как раз-таки. Ардзишвили сам постарался. Да, я Уизе тартовал, да, Уизе. Да не, Шаулда жалко. И вот, посмотрите по этому эпизоду. Танжар на него идет, а потом Касым. И где? Почему? Касыму нужно было играть теперь. А выхода другого нет. Он думает, что Ардзишвили пойдет в обыгрыш. И тогда нужно страховать Танжаркова. Должны приходить опорники на помощь. Кенесов, кто-то еще.